Здорово, Twitch, здорово, YouTube. Сегодня мы продолжим играть на Midrange Mage, делать Weekend, первый в новом сете Band of the Wolf, промо-сете, который привнес 38 карт и много позитива и негатива. Годса не получится, наверное, заклеймить. Да, нам дали за 4 победы 800 фрагментов почти. Сейчас будем пробовать добивать Weekend. У нас осталось 8 игр. Нужно 6 победить. Это невозможно. С тем условием, что каждую вторую катку дает какого-нибудь шейха 800 плюс баксов. Но мы будем пытаться. Время есть. Сейчас я забыл переименовать трансу. Переименую и полетим вперед. Музыка есть, эндорфины есть. Так. Суперменов. Супермены был, наверное, колонит а-ля криптонит. Мы верим. Спасибо. Турик разик пропустил. Да, кому нужны эти турики? Самое обидное в туриках, если ты в них готовишься, а... Все решает рандом. Какой смысл тогда к ним готовиться, в них играть? А чтобы избежать рандом, тебе нужно много-много карт, которые не отобьются даже с учетом, если ты будешь выигрывать турики. Полный скам. Турик на комонков. Комонки тоже бывают из Азербоца, ММЛ-ка, это ж комонка. Такс, это будет катка сильно зависеть от тех карт, которые приходят. Как сделать вопросы в нике? Ну, иероглифы нужно ставить всякие. Как он может убить существо 6 урона? Кинуть двойку и хэтчкинга. Думаю, у нас руки плюс-минус одинаковые. Просто символы, которые не понимает игра, ставишь, и будут вопросики. Чем больше символов, тем больше вопросиков. Попробуем в наглую сыграть. Это разве структурка? Не структурка. Угу.
Да, конечно, Кая, спасибо, что в лицо ему 5 урона нанесла. Но это немного не то, что нужно. Вообще не то. Вот у чела две дешевых ремова. Две дешевые карты, ремовище, даже три. У меня одна карта. Где баланс? Тупо помойная рандомная хрень. Мне для эпик пака нужно всего одну игру выиграть. Чел, ну давай, резче, пожалуйста. Решение принимай. Так, ну вот этого смысла мало. Пока игра не распознает азиатские письменности, дождемся релиза мобилки, зима близко. Ну вот что это за хрень? Два хэтчкинг. Где мой второй хэтчкинг? Даже близко нету его. Ни баблов, ни хрена. Надо ему ХП сносить, чтобы он тоже боялся. Это уже скоро 9 мана, а у меня как раз ровно нужное количество хп, чтобы умереть. Вот так он, значит, отсрочивает настолько сильно. Что, Хекс? У меня-то их два уже. Конечно. Естественно. Нужен бабл. Какая будет следующая карта? Правильно, не бабл. Все верно. И добрать нечем. Вот. Очередной раз доказываю свое невезение. Все нашел. Два хэчкинга. Unbound. А он не кидал. А он гидру поставил.
Но мне все равно не хватает. Я уже все ремовы потратил. Ни таунтов, ничего. Перека нет у тебя, что ли? Здесь не пришло ничего. Я что могу поделать? Если ничего не приходит, вообще не приходит ничего. Не везет. Мне осталась монетка для 9 маны, проиграл. Я бы по-любому проиграл. Если я не оставил, значит, и нужно было не оставить. Мне не повезло. Ну вот и все. Every experience carried its own lesson. Что ты? Брат, шо, мы тут... Ты же можешь говорить на русском. Чем ты говоришь не на русском? А что бы мне Unbound в лицо дал? Ну что дал бы Unbound в лицо? Ничего абсолютно. Вообще ничего. Можно было Минотавра, на Минотавра не кидать ничего. Единственный вариант. Но у него было все, вот и все. Рукав сов, кстати, первое сообщение в чате было у человека. Возможно, я мог выиграть, не спорю. Но по заходу не скажешь. Что это было очевидно. Каждый опыт несет свой урок. Ну, опыт это и есть какой-то жизненный урок. Вот, сразу два пришло. Вы мне нахрен уже не нужны. Зачем вы мне пришли в самом начале? Хикс Минотавра это точно не очень. Я хотел просто в лицо ему существ накинуть, чтобы существа били в лицо. Но не повезло, не фартануло. Наверное, какой-то контроль. Не контроль. Странно. Так, ну мне Void-то и не нужен. Так, а чё он замешал Void? Эти карты, а у меня шрапнелька. Так-то мне Void и не нужен. Ну это жесткая карта. Но я все равно убиваю этих зомбей. Плюс фавор.
Кого там надо будет из Войда потом убивать? Точно не вот эти карты. Ту карту, которую он сможет призвать благодаря Триалке, наверное. И то, что я ему хп сейчас ношу, это же мне не на пользу, по идее. Это же не БВД. Непонятно, что это такое. А она нечетная ошибка. Это ошибка. Ладно. Да, все верно. Я не смотрю колоды, да. Ну, зачем мне заниматься этим? Колоду, еще смотреть, время тратить, заморачиваться. Оно мне надо. Чтобы повысить твой шанс на победу. Да если... Очевидно поражение, значит будет у тебя поражение. Если очевидно, что ты выиграешь, значит будет выигрыш. А если какие-то шансы есть на победу? Ну... Этих каток не больше 5%. Как бы... По сути насрать... Сейчас четверки с пириком вообще, где они? Только одна четверка пришла. Да, только ломать мне пушку не нужно. Вот и пирик. Ох, что придумать? Как-то надо... Что она делает? Destroy your opponent relic, ability наносит к существу силу. Так, ну вряд ли там будет 30... Хилиться особо нечем. Нет, не летал. Или летал. А нет, летал был. Ё-моё. Я
Нет, не был летало. Или был летал. Был летал. Хе. Ну ладно. Ё-моё, он сейчас отхилится. А можно на лицо направлять эту хрень? Я не знал, что можно ее на лицо направлять. Да я мисс летал. Ладно. Бывает. Ну вот, проиграл. Мог выиграть, но проиграл. Скорее всего. Я так никогда просто 15 хп не сносил и не додумался, что так можно сделать. Просто не додумался. Восемь урона. Какая? Сколько это нанесет урона? Блять, да какая же ты имба ебаная. Фиктка и монетки не влияют. Ну да. Блин, все, мне уже нечем ему в лицо наносить урон. Тупо нечем. Ну да, да, если с монетки ставишь. Я пропустил летал, ну ладно. Это игра одно огорчение, если руки кривые.
Что с ней? Что ты сделаешь? Ничего не сделаешь. Очередной шейх. Просто очередной шейх. Да, это бессмысленно. Сколько у него карт? 4. Нет. Да, самая бессмысленная, самая неприятная проигранная катка, которую можно было выиграть. Тупо мисс летал. Да тут шейхи одни, тут, я говорю, 5 из 10 каток, это лютые шейхи, больше 500 баксов колода. Тут... Все самые... Как будто бы, знаешь, сейчас гонка в Монако, и выехали челики посмотреть на гонку на своих яхтах. Вот так же и тут. Вышел новый промо-сет для этих самых любителей покататься на яхтах. Вот они выплыли из гаражей показать, что у них есть. Сколько дорогих карт они купили, чтобы хвастаться ими тем, у кого их нету. Вот и все, тупо понты. Эта игра не про годсы, не про паки, а про понты, которые тебе ничего не приносят, а только дают одни убытки. Фритуплейный игрок, который выпали карты за уикенд. Он точно не фритуплейный игрок. Блин, я только 2 игры сыграл, уже полчаса прошло. Тупые контроли. Где эти агровары на Олимпиана? Где они? Кто-нибудь знает? Где агровары на Олимпианах? Я не вижу ни одного. Почему у меня только одни контроли, говноеды? Годсанчейнеры. Мечты. Мечты понять относительные. Потому что через монетку Каю поставил. Гарвар Олимпин на 10 ранге тусуется. Я на 10 ранге играл природка, нет там никого. Это тоже контроль, что ли? Ну, серьезно. Вместо Гоблина Эйка положить. Да, давай положу. Ты знаешь, куда кидать. Может, он уже 4 года играет и все собрал. Поздравляю. Что ты мне предлагаешь?
Ох, сейчас начнет карта воровать. У меня как раз все карты, которые можно воровать. После первой пятерки я консидю. Без шансов. Химан против контроля. Так ему зашло. Так мне не заходит против контроля. Сильнейшее просто. Сильнейший незаход. Просто все сейчас будет воровать. Жестко. Где мои хэчкинги, нахуй? Где эти карты? Почему? Так, не везет. Почему я не нахожу летало, когда надо находить летало? Дальше пошли. Это не контрица. Где природки? Я не понимаю. Где агро природки в оппоненты? Почему эта дорогая шляпа мне приходит и контра? Полоска. Ясно. Где кнопка консит, я знаю. Можно как бы поспешить передавать ход. Раз такое дело. Надо было ману разгонять. Ну ладно, сэкономим монетку. Твою мать, ну ходи уже. Чего ты ждешь? Чего ты нахрен ждешь? Я не понимаю. У них что, деньги разум затуманивают? И резко IQ падает до нуля, когда он покупает все дороже и дороже карты. В чем дело? Где логическое объяснение этому говну? Чел, давай.
Давай это сюда, ремов, там спел бустика поставь. Придумай что-нибудь быстрее. У тебя зачем карты так долго в руке-то мяться? Только сейчас думать начал. Что с этим делать? Давай, все, ход передал. Карту кинул, ход передал, все. Время не забираешь мое. Без спелбуста кидает. Можешь шестерку кинуть сюда. Можно по стратегии пама задушить фитилем. Да нет, просто деньги затуманили ему разум. Странно, что он так отдает вард с баблом. Наверное, второй есть. Ух. Да, я комбу, наверное, не успею найти. Девятый мане. Что ты? Завис, Кент. Не висни, на радуге повисни. Сейчас три хода и все, и у меня 0 хп будет. Таков кардромаг. Несмотря на то, что я разогнал я ману. Да, несмотря на то, что я разогнал ману, все равно я не успею. Сколько еще ходов? Еще 4 хода. Ну вот, как раз один ход останется до того, как я смогу четверки по 7 кидать. И все. Уже надо будет консидить. Вот. Пошел урон в лицо. Опа, это что, Драламар? Странно. Драламар надо ставить.
Аракан бурст. Сейчас весь стол заспамит. Как вариант. Вот еще сколько? Три хода. Я уже умру на второй или на третий. Спыл. Ну, на 10 урона это аркан маг. А если на 9 урона, это называется по-другому карта. Но в целом, если у меня флейма придет еще одна, и он не накинет бабл, можно ему 12 хп снести вместо 21, не дожидаясь 9 маны. Давай, жги, что ты думаешь? Я же понимаю, у тебя полная рука. Но все же. Он бабл найдет по-любому. Ох, сейчас бы гоблина. Сам кидает гоблина. Блин, ну нет уже этой четверки. Не могу рисковать. Все, да? Летал. Ну давай. Понял. Аркан. Аркан маг. 0-4. Полет успешный. Очередной шейх. Понятно. Дешевая? Ну да. Ну если ты покупаешь карты за 150 баксов, то для тебя эта колода дешевая. Я не спорю. Можно уложиться в стоимость одной карты. Где природки агро? Что за хрень? Опять. Не, ну это мета явно очень странная. Странно матчмейкинг работает. Убедить разве что я не выставляю существ. Да. Выставляй, не выставляй. Тут только паладины с бенедикшенами как-то вывезут. И все. А так он всю колоду переберет. У него он... На твое существо можно потратить по две карты или по три карты. И когда они у него закончатся, он все равно тебя убьет в конечном итоге. Вот, у него два добора. Девочки, на два на добора. Круто. Сейчас всю колоду переберет. А я сижу с анбаундом и хексом.
Значит, у него будет много спелбустов. Мне нужно один раз все победить. Один сраный раз. Это все агромаги. Просто всех агромагов собрал. Такая жесть. На природке одни контроли. Тут одна грота. И даже не олимпианы, как ни странно. Уже у мага процент побед меньше 50. Контроль, 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 аркан бурст. Жестко. Может быть, у него и училки есть. Вот я в соляре, 10 ранг. Где эти олимпианы? Ни одного вара. Ноль воинов, ноль природок. Одни контроли и... так, хрен пойми, какие маги. Арканы, агро. Что я делаю не так? Еще они думают тысячу лет над своим ходом гениальным. Просто. Но почему-то и мне не получается убивать, а они убивают вообще. Легко и непринужденно. Как выйти погулять? Ой, задрал. С этими вардами. Он на 6 карт перебрал. На 6 карт перебрал больше, чем я. Это же жесть. Сейчас еще будет добирать все больше и больше. У меня, правда, есть бабл на крайняк. Поехали. Ну, давай. Что ты задумался? Тьеман. Кайф. С бабла бабл.
соленый сервис в руке, можно побеждать кота против мага, который тебе за 8 маны сносит 15 хп. Сервис — это важная карта. Самая нужная, я бы сказал. Блин, если у него и хекс есть, то это вообще какая-то космо-агро-колода. Или что, он за 6 маны меня убивает? Больше баблов нету. Шесть маны. Что, какая-нибудь карта пирик и летал? Unbound, пирик и unbound. А, и брюва. Понятно. Ясно. Что бы ты ни делал, ага. Заново надо логиниться. Понятно. Гатсанчейн. Говна. Наверное, она посчитала, что я ранг сливаю преднамеренно. Просто колода, которая работала неделю назад, и ты попал в ней мифик, сейчас ты не можешь выиграть на ней ни одной катки. Вот это я называю база. Покупайте больше новых карт, чтобы больше иметь вероятность попасть в мету. И через неделю ваша колода уже будет не актуальна, а будет просто кал. И вам придется покупать опять новые карты, чтобы опять пытаться попасть в мету. Это база. Погод санчейновски. Если просто хочешь играть в балансную игру, не покупая карты, то тебе не в год санчейн. Кайф. Попался против природки. Ни одного ремова за 2 маны в начале. Это я люблю. Ни одного ремова. Давай, бабл там. Понятно. Крокодил не ловится. Да. Именно так. Маг очень везучий в данный момент времени. В мете явно. Явно маг в мете. Особенно мидрейндж. Failed fire. Мгновенно. Да, спасибо за ремов за 2 маны. Спасибо. Очень, очень хороший заход против природки. Шрапнель. Супер. Штормстреска супер, учитывая, что там уже, наверное, 2 молнии лежит. Когда долго на одной колоде играешь, откручивают, попробую одну карту поменяй. Да-да-да, в этом дело. Думают, в этом дело.
А если противники колбу тянут до конца, сколько надо карт поменять? Есть какая-нибудь информация? Давай, умник. Китай карты. Гений игры. Расчехляй картон. Ух. Какие же они все-таки умные. Наверное, все-таки 10 из 10 обезьянок, бьющих в тарелке. По-другому никак. Вуду. Я, наверное, понял, каким образом они замедлили мету. Они замедлили мету не картами, а ботами, которыми они управляют, чтобы они не делали хеды быстро, а долго-долго тянули фитиль все время, почти до конца. Все время, чтобы колба сжигалась. Таким образом они замедлили мету. А так... А мету они вообще не замедлили. Наоборот, только ускорили. Думаешь, я тебе буду карту давать? Это была очередная ошибка в моем исполнении. Сначала сделал, потом подумал. Ну и насрать. Семь, десять. По факту ремува у меня нету. Ни одного ремува за две маны. Ни одного ремува за две маны за 13 карт. Понятно, да? Против агроприродки. Кайф. Что, второй Wildfire? И пошли дальше. Давай, Кент. Не томи. Все правильно сделал.
Да. Матчмейкинг они сильно поменяли. Пока делали маркет. Ну все. Аурик, Миднайт, Соляра возвращаются в постоянную рубрику. Одни вопросы. Иман, сколько они завели твинов? Сколько ферм было запущено для выфармливания паков? Просто жесть. Одни вопросы. Ну, на Диутерию тратить, конечно, не хотелось бы. Старчарт. Блин, я скинул эту карту. Какого хрена? Лайс срабатывает только на соплеменников. Блин, ну, если у тебя карта с Илаем Олимпиан, то она бы сработала только если ты поставишь Олимпиана. Если у тебя на Незер, сработает только на Незеров. Все, что непонятного? Это же просто. Элай работает только в твой ход. То есть, если кто-то поставил там Олимпиана, ты не можешь использовать Элай, он не будет работать. Но я просто ответил, в смысле? Я ответил на вопрос, в смысле агришься? Ты скажи, что в моих словах не было ответа. Ответ был, был. В какой форме? Ну, неважно, в какой форме. Потому что я там и в телеге картинку выкладываю, и в Ютубе везде отвечаю на это. Ну, нельзя же тысячу раз одно и то же спрашивать, что мне в описании стрима написать, как работает механика LI. Надо следить за всем. Видос хотя бы посмотрел, как работает. Там я тоже показал картинку, как это работает все. Теперь знаешь. Как же все идеально. Как все идеально. Просто в шоке. Просто все идеально. И посох, и обелиск, и ремув, и блайн бомба, диутери, единички в самом начале. Что за день? Что за день? Не день, а счастье. Блин, надо было ставить траппера. Я не могу. Я вообще не вижу ничего. Просто я не вижу в этой игре ничего.
Я не вижу ходов. Я не хочу в это играть. Как же им всем везет. Я потенциально одну игру мог выиграть. Одну игру мог выиграть, но пропустил летал. Нету настроения. Видите, видите этот счет? Как я должен отвечать? На природке меня просто обосрали. Тут меня обоссывают. Просто чел на из несити карт, ну все нашел. Все ремувы. Пушка, обелиск, дешевые карты. Все есть. Как я должен себя вести? Просто жесть. Как это? Она просто игра. Какого-то хрена дала мне попасть в мифик и так жестко меня опускает обратно. Слишком жестко. Сколько это урона? 6, 10, останется 6 хп. У него есть какие-нибудь варианты отхилиться? Ну, у него такая карта, наверное, вторая поможет отхилить 3 хп. Если он это сделает, я его сразу точно никак не залетали. Unbound кину второй. Не, ну вот эта карта жесткая зомбями. Ее можно прям в лицо направлять. Выберите таргет. Ее надо балансить, чтобы можно было только выбрать существо. Что это такое? Это она может через таунты проходить? Что значит выберите таргет? Атакуйте таргет. Кто-нибудь видел, чтобы эти зомби через лицо пробивали? Через таунты лицо пробивали? Это же вообще жесть тогда. Опять дисбалансное говно. Ну вот, что это за шляпа? Ведь они все ломают. Все, что так долго строили. Сейчас. Насрать им на все. С 3 утром видел. По идее, нужно будет покупать легендарки всех по одной из этого сета, так как они будут стоить дешево в момент, когда раздадут последние паки. Потому что потом их нельзя будет крафтить, и все будут хотеть брать, покупать. А их уже не скрафтить, ничего с ними не сделать. И они вырастут, будут расти в цене. Вот эти легендарки, которые крафтятся из эпиков.
Самая логичная покупка, которая может выглядеть. Я не могу не гореть, ну как это? Как это возможно вообще? В 6 подряд поражения. Просто 6 подряд. Такие идеальные заходы у соперников. Просто не могу. Так, ну один эпический пак есть. Значит, уже будет 5 крафтовых. Блин, а чё он никого не выставляет? Что это за вар? Зимний сет вырастет? Нет, откуда выводы, что этот вырастет? Ну а ты зимний сет видел, чтобы кто-то играл карты? Я видел, чтобы только из зимнего сета на природку одна карта играет. Две карты на природку играет. И на вары используют импов. Все. Больше я не помню, чтобы кто-то играл хотя бы одну карту из нового сета. Из зимнего. Поэтому они не растут в цене. Они нахрен никому не нужны. Эти легендарки имеют потенциал, так сказать. Нужно серии соискать. Баблы есть. Все больше и больше мысли про подкрутку. Я тоже проиграла. Давай замысли на агродесепте. А на другом маке разносила агроваром за 4 бакса колоды по 300-400 бача. Слишком идеально падало все. Ну, возможно... Они опять что-то сделали. Может быть, это просто рандом. Может быть и нет. Кто его знает. Может быть, просто вар настолько универсальный, что какая бы карта ему ни пришла, все карты максимально эффективны на любой ход. Поэтому такие выводы делаешь. Контроль говна. Дайте мне хэтчкинга, нахрен. Почему вы мне... Блин, ну серис неплохо, но это не агрота. Ой, как это побеждать? Опять это на полчаса игра. Я так не успею... Ну, хотя успею. Ну, это не выглядит чем-то хорошим. Ты что, первым ходил? Смысла нету. На, хилься. Просто он может кинуть единичку с импауэром, 3 урона. Просто. Просто оркишлита кинул. Да, хэтчкингов точка нет. Зато пирик с самого начала лежит. Всегда пирик в самом начале приходит. Какого черта? У меня еще не было ни одной игры, чтобы пирик я искал. Он всегда в руке. Почему? Возможно, есть какой-то пул карт, который приходит всегда. Непонятно.
С лечом. То две леги будут расти в цене, они не из крафта, это нейтрали, повторю, в сотый раз. Айк, это самая дорогая карта этого дополнения. Те, которые из крафта, дороже 20 баксов, может 25, это потолок. И то на олимпийца вара. Может быть, а может быть не быть. Наконец-то хэтчкинги начали приходить. 8 карт. Он уже одного убил? А нет, еще ни одного не убил. Цигидыгдак. Давай, Кент. Знаю, что у тебя много ремовов. Давай, четверочку в лицо мне на 4 урона, Кай умрет. Обилка, 8 останется. Можно импа еще поставить, баблов у меня больше нету. До 9 маны еще далеко. Если у него летал. Это хороший вопрос. Кто найдет летал у вара? Имп, пушка, обилка. Пушка на 3 урона, либо на 4 урона. О-о-о. Оно. Зачем мне эта победа, правда?
контроль говна. Шесть побед на мифике. Три пака. Чубака три пака. Собака три пака. Просто жесть. Просто жесть. Как это работает? Прикинь, разрабы заранее, например, скупили олимпийцев из всех сетов, выпустили карты, накрутили им винрейт на матчмейкинге, а сейчас 10 иксов нафармили на этом. Нормально. Обычные игроки хавают и насрать. Ты еще на паках наварились и на картах наварились. Великая фера века. И так каждый сет промо, так сказать. Да. Как часто эти комбинации им приходят. Кстати, агровар всегда выпускает единичку Валику и бафает ее азером на один. Прям в каждой катке стабильно. Как это работает, вообще без понятия. Сколько я не играл против варов, в каждый раз одно и то же. История про подкрутки. Ну так это одно и то же. Можно даже шорт снять. Нарезать шорт. Мое начало. Я играл агроваром. У меня такого не было. Я агроваром, когда я начал играть, у меня финрейт был 40% из 60 каток. Там всем, как все говорят, подкручивало. А у меня всегда приходили тройки-четверки. И ничего не сделаешь. Есть такое, мне наваря в руку они приходят постоянно. Ну это же странно. Так же не должно быть. А если агровар против агровара? И они одинаковые карты все время ставят друг против друга. Кто первый пошел, тот и выиграл, получается. Кому пушка пришла в первому, тот и победил. Блин, как это контрить? Ремувы мне, пожалуйста, дайте побольше. Зачем мне Хелен Литка с гвардом пришла? Зачем? Это душка. Не нужно меня душить, игра. Не нужно меня душить.
Паладин, это просто пиздец. Ну что это такое? Они бафают существ хлеще, чем природа чармой. Они даже пушку не одевают. Игра на агродонат... Донаре. Донетере. Донатере. На агродонатере. Это жесть. Это просто жесть. Я скоро гварда поставлю, он даже не выживет. Когда он начнет бить. Просто единичку разогнал. Как же они, наверное, сосут против смертей, которые вообще чхали на эти существа с тремя маной или меньше. Ну и, наверное, когда ты играешь на смерти, тебе не приходят нужные карты, а паладины просто разрывают. Просто охренеть. С какой вероятностью он кинет ордер сюда и залетает меня? Я думаю, 100%. Нет. Кого ты призовешь? Никого. Что за лаги? Ага, понятно. Ой, приятно. Чего нахрен? Unbound у меня есть в колоде вообще. Пол колоды перебрал. Ни Unbound, ни шрапнели. Что это за залупа такая? Ничего себе. Ничего себе. Ничего себе. Угу. Вот ордер пошел в дело.
Прямо сейчас игра на контроль смерть против Олимпиана. Мне его жалко, несмотря на его топовые синергии. Ты просто тебе повезло, что у тебя пришел ремув. Вот и все. Жалко. Жалко у пчелки, пам. Запомни. Вот как это работает. Это я ему две карты сейчас дал. Ну, понял. Нет, вообще нет в голове даже этих синергий. Это новые, надо прошивку себе ставить на мозг, чтобы осознавать, что я вообще делаю. Жесть. Что за 40% винрейт? Как будто бы меня внесли в этот невидимый пул. Панна, какая-то смерть на уменьшение хп. Угу. Значит, мне нужно забурстить как-то урон в него. И разогнать ману. Так, но существо на 0 урона мне не страшно. Шесть, восемь, девять топ-дек. Хренить, у чела алмаз здесь, значит, корпсы и плейн апс. Круто. По-другому никак не сказать. Надо разгружать колоду. Чтобы он не зовердровил. Угу. Смерть на яйцах. Окей. Так-с, чё придумать?
Блайн, бомбу давай кидай. Сульфарин Крейн. Хреново. Она дает карту только когда... посрать, от чего она умрет. Блин, бафнуть бы ее как-то. Но никак не бафну. Так, я две карты отоберу. У меня сейчас 6-7 на яйцах. Он... Если у него пушки какие-то. Неясно. Три, шесть, семь. Рагнарёк сгорел. Неплохо. Анбаун бы начать закидывать в лицо. Рагнарёк. Я могу сам себя превратить? Нет. Что придумать? Карта добирать. Шляпа. Все не то. Так, у него сколько? 7 в руке, 7 в колоде. А я еще разгончика мана не нашел. Хреново. Пирика нету. Надо пирик найти. Так, ну его точно надо убивать. Потом 3, 6, 7, 8.
Вот так сделать. Гифточек мешается, конечно, сильно. Ладно. Три, шесть. Окей. Две карты сгорят. Хреново. Ладно, это не страшно, что сгорело. Гифточки, если сгорит второй, тоже не страшно будет. Тварь. Убьет же. Нет. Хэтчкинг. Окей. Что отсюда нужно убрать из воида? ХЗ. Насрать. Две карты у него осталось как раз. Если этот умрет, то будет гореть. Так, но у него больше 15 хп. Смысл он его кинул. Нельзя ему снимать хп. Три, шесть. Ладно, сколько? Пирик, отлично. Долгая-долгая катка говна. Развязка где-то рядом. Ну и что это? Она же не призывает, а дает в руку карты. Или прям... А, они ноль стоят маны. Восемь.
6-6. А, ну. И все. Вторая оверзелайна. А как он? Две оверзелайны кинул? Ни хрена себе. Он две оверзелайны кинул за ход. Вот это жестко. Что за развелось? Маньяков каких-то, убийц. Еман. Две оверзелайны. А как это? Он сделал себе 10 маны. Серис. Сам все хп себе снял. Жестко. Да. Нужно всю колоду перебрать, чтобы такое сделать. Ну... Такие дела, 6 побед. Ну, я думаю, за 7 побед я не так уж бы и много получил. Сколько я за 7 побед бы получил? Один пак больше, охренеть. Вот это мразь. С двумя оверзелайнами. Удовольствие, еман, конечно. Полная жопа членов удовольствия. Напихали, так сказать. Блин, а так одна победа всего сраная. И так бы паков насыпало хорошо. Это что это за обрубок? 5 паков всего. А тут бы сразу навалили 8. Конченые. Ну, я мог эту победу заслужить, если бы не пропустил, летал. Сам виноват. Ну это жесть. Это просто жесть. Что это нахрен такое? Он первый раз ей сыграл. Надо было гифточка кидать, чтобы он не смог разыграть вот эту карту. Чтобы ему не хватило хп. Хотя он бы чем-то еще снял. Но... Это, конечно, сильно. Не думал я, что... Сколько он? 2 яйца. Это 12. Тот чел с 8 урона. 20. Серис 25. 50 урона за один ход. 50, Карл. Да даже против природки клал он хрен, так сказать, на ее хп. Если доживет до конца. Жесть. 300 бачей. Жестко, жестко. Хочу забыть этот день навсегда. Просто. Ой, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы увидели что-то новое и получили какие-то эмоции, положительные или отрицательные. Помните, что вы лучшие зрители, не забывайте об этом, но и не зазнавайтесь, так как лучшие люди знают себе цену.